Всем доброе утро. Босик наш уже похрумкал, покушал, да? В первую очередь побежала ему дала. Все, теперь сейчас будет пить. Пока у меня там кофе наливается, я решила просто такой хлеб обыкновенный поджарила в тостере и с таким сливочным сыром. И вкусно с вареньем, вот особенно вот с этим абрикосовым. Так что-то мне понравилось. Это немножко подсушенный сейчас хлеб. Голос никак не восстановится. Через нос разговариваю и все. Тостерный хлеб закончился, надо будет купить. Так с тостерами вообще вчера вот, или позавчера мы ели. И так побольше этого варенья, тут сахара мало, и вкусно, обалдеть, попробуйте, вот именно со сливочным сыром. Сегодня кружка у меня большая. Давно не пила, хотел сказать, редко. Ну, вообще, да, редко пью большую. Ну что, всем желаю приятного аппетита. Такой простой у меня сегодня завтрак. Везде все чистят, красота. Все вот эти, которые листья уже до конца опали, все вычищают, прям вот выдувают хорошо. Молодцы. Вот сейчас, да, приспособление. Не то, что раньше. Метёшь, это все метёлками. Сейчас надо мне еще постель одеть, потому что я утром сняла, она у меня полдня где-то стоит, как всегда. Ну, чтобы проветривалась. Я всегда так делаю, тот у меня давно смотрит, знает, чтобы немножко подышала постель, да. Хочу тоже сегодня поменять вот эти наволочки, это как, ну, декоративные, да, белые сейчас одену, потому что иногда тоже меняю. Порядок надо навести, потому что пока болела, как-то все равно. Ну, до сих пор еще, конечно, есть, но все равно уже лучше, и можно что-то делать. Тут у меня глажка тоже немножко лежит. И это ботинки надо убрать, а то мерила, так осталось. Это подушечка лежит, это то, что я потом, ну, на кровать ложу. Так что надо будет делами заниматься. Раз там на улице работаю, то и дома надо поработать. Я уже тут начала менять. Я, если что, простынь, например, вот эту вот трикотажную, никогда ее не глажу. Ее, естественно, не догладишься. Все равно ее складываешь, да, все. А постельное белье я так прохожу, как два раза складываю, немножко так прогладила, и все, лишь бы помято не было. Постель глажу. Ну, у меня мама гладит, и я глажу все время. Как-то без этого не могу. Вообще, вот эти вот наволочки я уже одну одела. Они рассчитаны на... Сейчас покажу. Большие подушки, да, 80 на 80, а у нас 40 на 80. Ну, я вот так вот делаю. Вообще, надо бы перешить. Я как-то некоторые перешивала, но, как всегда, на себя времени нету, когда что-то шить. Кому-то, да, а на себя, как всегда, нету. А так, видите, они большие, естественно. А чтобы, например, когда по комплект покупаешь, обычно не идут такие 40 на 80, обычно стандарт. Это если экстра, да, выписывать. Ну, а так думаешь, зачем оно надо? Я вот так вот просто делаю, и все. Я думаю, все такой способ знают. Обычно так делаю. Некоторые, да, перешитые у меня, некоторые нет. Короче, как-то так. Вообще бы, конечно, хотелось бы и окна помыть. Ну, у нас дожди идут. Невозможно, когда они уже только прекратятся, эти дожди. Thank you.
поменяла. Сейчас вытру пыль немножко, такая вот специально, да, для пыли. Она как магнетизирует пыль, классная. Немножко так. Всегда, когда же постель меняешь, пыль. Хотя вчера я так проходила тоже. Эти парфюмы таскаю туда-сюда. То они у меня в ванной стоят, то здесь. Потому что ванная тоже там как бы немножко все равно как бы влажность, да, и батареи включены. Думаешь, вдруг нельзя для них. Меня несколько раз спрашивали насчет вот этих ламп. Я их покупала на Amazon, но их уже, к сожалению, нет. Я смотрела, покупала, наверное, года 3-4 назад. А тогда классно. Я выбирала именно, чтобы они высокие были, чтобы вот до спинки кровати доходили. Потому что короткие как-то не так смотрятся. Вот это вот понравилось, то, что как воздушно смотрится тут, как такое, как стекло. Сегодня у меня все белое. Серые я сняла, эти декоративные подушки. Ну все, для босика будет. Свежая постель. Это он у нас быстренько все замнет. Прям вот никак у меня нос не проходит. Все вот это вот как забито. Ну и как всегда, по традиции я говорю, когда постель поменяю, можно спокойно жить теперь недельку. То, что когда поменяешь, такая свежесть как-то, не знаю, вот из одной какой-то постели, да, вот, не знаю, у меня так. Сразу такое ощущение, что свежесть по всей квартире. Побрызгала вот этим вот. Фабрицио всегда я им пользуюсь. Ну, для текстиля, да, как запах придает. Когда окно откроешь, такое прям весна. Вот еще погладить мне надо. Тут у меня пижаму, которую купила. Все кое-что там, футболки. Сейчас надо тоже положить чистую пижаму. Обязательно. И вот эти вот наволочки, которые, ну, я... Ну, как декоративные, как подушки, в смысле декоративные, как они у меня лежат, так, как для красоты. Но когда мы ложимся спать, вот эти вот, я их назад ложу, чтобы как, ну, подкладывать под подушку. И вот этим наволочкам уже столько лет, я их покупала в Икее, наверное, больше 10 лет точно. Это как лен такой тоже, мне кажется, такой материал на всю жизнь будет. Серые сняла, сейчас для босика будет раздолье, когда свежая постель, по-моему, всех котов. И еще хотела на один комментарий ответить. Ну, не один, у меня несколько было, хотя я уже давно отвечала насчет стульев, да. Ну, кто новые подписчицы, конечно, да, они там вначале, может быть, там и где-то и непонятно, и не видно, да, насчет стульев, чтобы показали вблизи. Вот такие вот стулья текстильные, да, они такой материал вообще классный, он хорошо чистится. Я чищу обыкновенными такими, которые мокрые салфетки, да, для всего. Сколько они у нас уже лет, наверное, 5-6, и ничего с ними не происходит. Как говорится, хоть и кот в доме. Покупали в магазине Хёфнер. Могу посоветовать, но я не знаю, есть они или еще нет. Мне как-то одна подписчица писала, что она нашла их. Может быть, и есть еще. Так вот они выглядят. У нас и диван с такого материала, и кровать в спальне. Ну, все от Хёфнера у нас те. Удобные деревянные ножки. Все протирается, чистится. Короче, могу посоветовать. Материал очень классный. Сейчас покажу, какими салфетками я. Ну, обычные вот эти, мокрые. Если где-то что-то пятно, вот такие вот беру. Они мокрые, как там уже с каким-то все равно этот чистящий. Я так сначала пропылесошу их, а потом сверху немножко вот этими салфетками протираю, как освежаю, да. Ну, летом можно, естественно, чем-нибудь побрызгать, там, например, на балконе, да, и высушить, если какое-то загрязненное пятно. Но так вроде бы нету ничего такого, но то, что все уже взрослые, это если дети, то может быть, да, вот так вот текстильное как-то нет. А раньше у нас были кожаные, ну, от кожи, честно говоря, мы уже давным-давно избавились. У нас и диваны были, и в машине кожаные сиденья, ну, как меняли машину, когда сразу предусматривали это, чтобы не было кожи. Как-то, не знаю, некомфортно. Летом жарко, зимой холодно. Вот с этими классно. То, что спинки высокие, удобно сидеть. Мы довольны. Я надеюсь, ответила на этот вопрос. Так все видно. Вроде бы какой материал, все. Удобный, могу сказать. И сидушка мягкая.
Хотела еще, пока не забыла, ответить на один комментарий. Мне подписчица попросила показать куртку голубую мою, вот эту, и она спросила, стирала я ее или нет. Если что, у меня там шум, да, до сих пор еще у нас там работают, все чистят, ну, двери закрыты, но все равно шум идет. Босик тут спал, бедный убежал, достали они его уже. Ну вот, вот эта вот куртка, фирма называется, я даже не знаю, как ее прям сказать, потому что коверкать не хочу, вот так вот. Тут такая девушка на мофе, мофа по-немецки, да, этот, как мотоцикл такой, едет как будто бы. Ну, такая известная, я думаю, фирма, потому что я выписывала с Саланда, там много таких всяких курток есть. Она перьевая, да, как, ну, пух тут, то есть, да, пух. И она такая легкая, вообще классная. Но стирать я ее не стирала, потому что так как курток полно, да, я их меняю. И как-то еще нет необходимости ее стирать. Она еще совершенно чистая. Я, может быть, года два назад ее, наверное, выписывала. И вот, ну, одеваю. Зимой ее не оденешь, вот так вот, когда весной там, да, осенью. А так могу посоветовать, классная куртка. Есть еще наподобие таких, да, от Томми Хильфигер, да. Вот тоже как раз подписчица написала, что она хочет, может быть, типа, или такую купить, или от Томми Хильфигер. Я, кстати, когда в том году была в торговом центре, может быть, кто помнит, я там мерила наподобие такой, да, белую еще хотела купить. Белую тоже вообще, кстати, хочу, у меня нету белой куртки. Ну, думаешь, ну куда их столько, да? А вот так вот все равно, вот когда весна особенно хочется, цветов каких-то. Ну вот купила вот эту красную мою, но она теплая тая. Намного теплее, чем вот эта, и она такая посвободнее, да, классно, что я взяла побольше. Мне как раз и писали, это же, да, не рубашка, чтобы была. А вот эта вот, она именно такая прям по фигуре, не как-то, а та посвободнее у меня такая. Ну в ней вообще тепло, вот я последние 2-3 дня с ней была прям вообще теплая. А вот это вот такая вот легкая, это когда уж совсем тепло, так на футболочку одеть. Легкая, ее свернуть можно. Но мне кажется, стирать проблем нету ее. Потому что вот сейчас я как раз положила тут Колину куртку, вот у него от Томми Хильфигер, кстати, тоже. Такая темно-синяя. Я ее уже стирала. Она такая же на качество, такой же пух там, или что там, перо какое-то. Стирала ее уже, я всегда обычно летом, когда хорошая погода, солнечная, я постираю и на балконе сушу, хорошо так и всегда встряхиваю. Потому что в сушильной машинке у меня нету, я не знаю как-то. Не знаю, вот не хочу я ее покупать и все, но может быть скоро и куплю. Все говорят, хорошо, хорошо, но я понимаю, но я не знаю, мне что-то не нравится, когда белье сушится в сушилке. Полотенца, да, вот, конечно, мягкие, а вот все-таки одежда какая-то все равно портится, это надо постоянно прям наблюдать за этим. Ну, короче, не об этом, мы не про сушилку говорим. А то все равно кому-то нравится, кому-то нет, не буду спорить ни с кем. Это, конечно, дело вкуса все. Может быть, когда-то и куплю. Как говорится, никогда не говори никогда, да, типа того. Ну, сына моего есть, но у него два в одном. Он вообще недоволен, потому что, когда вещи постираешь в ней, потом вот эти вот и сушатся, и все вот эти вот катышки, да, как там же нету такого скопления, где убирать это. И, короче, он когда вытаскивает весь прям как мусор оттуда, и он перестал в ней вообще сушить, он только стирает там и все. Два в одном вообще не советую, честно. Если отдельно, то, конечно, лучше купить. Ну, может быть, когда-то и куплю. Ну, вот такая вот куртка у Коли. Я, как сказала, уже стирала ее. Ничего с ней не происходит. Так же это, думаю, постираю, когда ничего не будет. Ну, еще нет необходимости ее стирать. Она у меня еще чистая. Так что, могу посоветовать вот эту вот фирму. Классно. Они разных цветов там такие. Были и красные, и зеленые, по-моему, там и темно-синие. Ну, вот мне понравилась голубая. Я до этого сколько искала, я много столько курток до этого выписала, и что-то мне все не то, не то, и вот выписала эту. Я не помню, я где-то, может быть, ее за ОРФ 150 брала, а сейчас они, по-моему, дороже стали, потому что сейчас вообще посмотришь, когда заходишь в свои эти последние покупки, и потом залазишь обратно, да, вот думаешь, если посмотреть, цена меняется, все-все подорожало сейчас, кошмар. Ну, вот такая вот, думаю, ответил на этот вопрос. Легкая, классная куртка. О, гляньте, уже пристроился тут на куртку. Я тут доставала, да, чтобы эту, ну, голубую показать вам. Он уже пристроился. А, Босик? Хорошо тебе тут, да?
Эта вот куртка тоже классная. Ну, это как куртка-рубашка такая, да, больше. И она совсем такая легонькая. Если что, пишите, я могу снять такое видео на тему, да, моей верхней одежды. Ну, я думаю, есть что показать. Вот это вот, что-то у меня тут лежит в кармане. Вообще вот это вот тоже такая, ну, как летняя, тоже на футболку, там на какую-то кофточку с капюшоном одеть. Такая она классная, как рубашка. Вообще хотела голубую, как-то помню, но потом я купила вот эту, когда я думаю, нет, зачем мне голубую, я взяла розовую. Давай, Сянечка. Все, спи. Ладно, спи, спи, мой холосый мастик, спи. Ай, мой зайчик такой улегся. Как он любит куртки. Какую-нибудь куртку оставишь, все, он на ней спит. Спи, лишь бы подушки мои не мял, а то углы опять замнет. Ладно, буду убирать. Короче, зашла я на кухню и решила сделать салатик, что-то захотелось. Я вот сейчас сюда строгаю вот эти тости, которые в тостернице жарятся. Ну, вот это вот куриное, как филе в панировочных сухарях. Настрогала сюда этот айсберг-салат. Ну, не настрогала, так порвала. Помидор. У меня остались еще сухари после вчерашнего. Вчера мы супка доварили с этими, с клёцками. Кстати, вкусный такой получился. У нас еще остался, сегодня будем доедать. И вот сейчас я сюда в этот салат. И вот с таким вот цезарь-салатом. Цезарь-дрезинг. Классно. Он как раз уже и с сыром идет. Такой привкус у него сырный. А то что-то так есть захотелось. Ну да, уже время сколько. Мне что-то есть захотелось. Ой, кто-то позвонил в двери. Посылка опять, наверное. Да, посылка, только не нам. Соседям, соседей дома не было, так что нам посылка. И сейчас вот так вот, ну, в смысле нам посылка, что нам ее отдали, и потом соседи заберут. Вот так насыпаю сюда сухари и заливаю соусом. По-быстренькому салатик готов. С яйцом, конечно, было бы вкуснее, если бы еще яйцо было вареное, но нету. Так что всем, кто кушает, желаю приятного аппетита. Сейчас еще соль, сюда перец. И то соль не надо, потому что соус он сильно такой. Ну как, приправы там такие есть. Перец сейчас, и да и хватит. Всем желаю приятного аппетита, тот, кто перекусывает.